Человек, слово и дело. Генеральный директор завода имени Фрунзе увековечен в бронзе. На территории ОАО «Кузнецов» открывают мемориальную доску Леониду Чечене. Его вклад в развитие предприятия огромен. При его участии в конце 50-х годов на заводе стали осваивать сложнейшую ракетную технику. В месяц завод выпускал 60 двигателей. О своей работе Леонид Чечене не забывал ни на минуту, вспоминает его сын Людвиг. Я помню, мы были на рыбалке в 60-м году на Херсонщине, на его родине. Ну, клюет, хорошо все. Смотрю, у него клюет. Я говорю, ты куда смотришь? У тебя же клюет. Ты знаешь, а у нас сегодня портком. Это за 2000 километров от завода. В отпуске я был поражен. Руководителем он был гениальным, вспоминают коллеги. Все производство директор знал досконально. И с каждым сотрудником был знаком лично. А их было более 200 человек. Походил по заводу, звонят. Валентин Михайлович, я вот был сейчас в цехе. Значит, мне там начальник ПДБ сказал, что он много бегает по заводу, у него ноги болят. Слушай, а мы не можем ему что-нибудь приобрести? Я говорю, ну что, велосипед? Ну давай велосипед, тогда организуй ему, приобрети. Добрым словом вспомнят Леонида Степановича и те, кто когда-то мальчишками отдыхал в пионерском лагере. Директор предприятия организовал для них настоящий праздник. Покатал на заводском самолете. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».